8 февраля в Чебоксарах пройдет ежегодная гонка «Лыжня России». Она состоится в парке 500-летия Чебоксар. На дорогах, прилегающих к территории парка, в этот день будет ограничено движение транспорта. Глава столичной администрации Алексей Ладыков подписал соответствующее постановление. В администрации города нам рассказали, каких дорожных участков коснется ограничение движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с 9 утра до 15 часов 8 февраля текущего года будет ограничено движение транспортных средств по улицам 500-летия Чебоксар от пересечения с Московским проспектом до пересечения с улицы Мичмана Павлова. По улице Мичмана Павлова от пересечения с 500-летия Чебоксар до пересечения с улицы Тимофея Кривого. По проспекту Максима Горького от пересечения с улицы Мичмана Павлова до пересечения с улицы Тимофея Кривого. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети. Напомним, что открытие «Лыжни России 2015» состоится в это воскресенье в 12:00 в парке 500-летия Чебоксар. Принять участие в гонке может любой желающий. Для участников соревнований будет выделена специальная стоянка около торгового центра «Меридиан» и предприятия «Эллара». Победителей и призеров «Лыжни России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы.